Вы про что говорите? За... Не, в смысле, за лича, что ли, имеете? За проф. Лича профа, убийственно. Хули его там убивать, бомж, босс. Тот лана, нахуй, ДПС может хватить. Ну мы, блядь, мейн рейдом еле забили, нахуй. Тика в тику. А, отойду на одну минуту, пока великан убейте. Не так много уронили, нормально.
Да добили кое-как. Так, встаем, бежим, да? Поздно, я уже побежал. Я тут, надеюсь, никто не пострадал. Сейчас сдох. Блять, ты что-то резко есть захотел, воды попил. Воды попил. Ну я там попил воды, потом булочка стояла такая. Блять, вот кто-то специально дал стан до моей лужи. Воля не упала, это все вымысел. Воли не существует. Да воля фигня. Зов лучше. Согласен, софт. Не, без зофов не упало. Там упала боешка и ДС один. Блять, там вашего танка поедает, все стоят глазами хлопают. Так мог бабл прожать, он сбрасывает. У меня грибка, да? А риба будет? Сейчас поставлю. Сейчас хотите, я вам Лерой Дженкинса покажу. По меткам назначил, да, вижу. Окей. Геру туда. Истерию знал тебя уже. Yeah.
Хистория, выйди, или Кирус, или Хистория, быстрее. Одно в мире, кто-нибудь. Арник, забирай, у меня 8-й стак уже. Я бы подстраховалась. Да. Кира с истерией, да. Окей, 25 секунд у меня. Айсбаун 30 секунд у меня. Тотемы 30 секунд. Надо добивать, нельзя обновлять тотемы. Норм. Боешка. О, сапоги крутые упали, ступни. Больше ничего крутого. А кровь кому-то нужна, не? Ну, паролят люди. Я могу сходить по-быстрому. Здесь никому не нужен. На профы мы сразу не пойдем, да? Понял. Просто можешь банку оставить. Я не уверена, что это проект имеет смысл вообще тащить на профы. Что тут войду решать? Попробуем, конечно. Маленький момент, обновите фласки с маслами. 2 минуты. Я сначала обновлюсь. На роках. Это за шмотом краем глаза за временем поглядываем же у тебя весь. Погоди, поллайт не готов. Не, блин, я тебе выдам фласк. У него, скорее всего, заканчивается.
плане? Имеешь в виду по Андролу или что? Я думал, ты мое имя называешь. На секунду офигел. Серьезно. Матерарник, ты уебал, конечно, в лужу нахуй. Один на ребре был. А вы все осколки видите? Я вот не вижу осколки. Мне в луте показывает. Просто вдруг он может забыть человеческий фактор. Он может забыть посмотреть. Ну, отображает же вот одно. Поверь, когда ты собираешь ШМ, ты смотришь. Может быть. Ты не забудешь. Че, у нас в рейде 7 осколков упало. Судя по всему, чем больше ШМов в рейде, тем чаще они падают. Вероятно. Когда уже не нужны? Нет, помню, первый раз мы с ЛК пошли, там были рарники бани, и тогда осколков много было. А потом вы решили разделиться, осколков уже меньше стало падать. Может быть, есть реально какая-то закономерность. Ну, я тебе говорю то, что мы уже затестили это. Там большого забрать был, он рейд, айсбаунс, да. Гейм дальше, по-моему? Вроде и так пока держим. Слизняки заебали тотемы Ну типа, кто жить не захотел, те и умерли. Первый пати. Ну да. А в каком пати? В третий. Есть встать, Войт? Да ладно. Я долбы. Он, блядь, его, он резнулся, его заблевал. Ага.
хрена объект? О, объект упал. Ага. Базис сырые для СПДшников четкие. Жопошники, масрезы что не даете? По одному рисуют стоят ли? А у нас это... Смысл? Пол рейда лежит, потому что... Что там ученик? Да-да, вот он. Если ты про кровь. Да, когда он рейд вливал, прям жестко пробивал. Ну типа вы могли за танком побежать половину. Мы профа не пойдем добить. Ну кто же знал, куда он блевать будет, ах, кто куда побежал? Ну, он блевает туда, где большинство обычно. Ну, мало ли, может и наебать. Он хочет объект, а объект его не хочет. Пошел, кто роль будет? Пойдем драться, что стоим? Быстрее, мы все закончим. Равник заволновался, полтинники отдал их. Дико извиняюсь, завис, блять, когда отбегать надо. Пизда, объект выпал? Да. Пиздуй, вов нахуй. Так у тебя же чешка хук тяжелая. Буква Ю, я хочу карту сменить. Скажи. Карта лучше объекта. Я хочу за что-нибудь поменять. Что так получаете, по щам? Там зеркало, потому что дисплеить надо. Просто ваншот. Нихуя рарника вырубили, ага, ебать, раз, два, и лёг нахуй. Как будто не танк нах. Да, ща вытащу. Все. Угу. Ой, это всё-таки почему мы набрали? Ты быстро не успел. У тебя в рейде есть два преста. Шакрам, пусть. Шаманы травму носят, нет? Тоже профит мы даем, по-моему. Бля, серый, тебе жить надоело? Вот если бы я не... не задал тебе моментально, то бы сдох. У нас Зубраджин лутал травму, но он ее носит только на некоторых боссах. Я верю. То есть это не постоянная триня. Травма это плохо.
Корни. Шако. Сковывание нежити на русском. Да давай я цепану. Там на них зеркало вешается, его диспелит нам. У меня не отображается дебаф. Ну, зеркало проклятие... не диспелится. Там что-то похоже на зеркало есть. Его можно диспелить, а само зеркало нет. Тоже выход, блин. Кирос, мне кажется, с тобой заигрываюсь. Че? Мне кажется, ты с тобой заигрываешь. Да? Нет, просто кошак. Люблю гладить котиков. Ты квадрат на другом был, потом ты перевесил. Сейчас исправим. Мне тактика шагу нуть. Сейчас аккуратно подкрадусь, погодите. О, мы чё лон? А там вроде особо ничего и не валялось. Не, вон валяется, никто не подбирает просто. Надо под Догри кабана фармить. Ох уж эти волониры. Кстати, Войт о волонирах. Не хочешь на этой неделе в Ульду сходить? Там сколько примерно, сколько взрыв? Ну смотри, дерево. У нас синтек стабильный. Ему, по идее, хорошо, не? Дерево такое, паладин хорошо. 300. Ну, Зубра я на прошлом КД не видела, но так он часто тоже ходит. Он что-то писал, что работает весь месяц. А, месяц. Короче, ну, там я Келеса держу. Когда-то еще выходные. Че у нас? Келеса это ДКшника, да, держит? ДКшник? Короче, Керос ко мне подойди, я там тебе сплай серию кину. Ученик Трала, ты же в ретрике. Где масло? Три, два.
Я почему-то лапку на двух паладинах и пельмешане не вижу. Все, вижу. Сейчас отведу, отведу сейчас. Нет, вот вообще ненормально, пиздец народу. Я отбегал, за мной просто бежали люди. Я влево, он влево. Я вправо, он вправо. Это танго называется. Не один человек. Какой бежим? У него же, ебать, там ядер хуй его гора. Ну, похую, по идее, должен. За огром следите, и вело ты умрёшь сейчас. Бля, у нас с Фальви есть паладин, если не, конечно, знаешь, что это за спел. Бать, мелики, вы видите, что там вихрь, а идём хуй едет? Это. Так модно. Ты зажёг Элману тоже, думаю, что ли, нахуй? Не уроните. ДБМ заставляет, орёт. Дистанцию вводит. Скажи еще раз его имя. Талдаром. Волонир, он что-то был в прошлый раз у нас. Я хочу скучно с вами хилить, пиздец. Кела со стерею, да? А где этот лук? Да. Люблю на сферках сидеть. Нет? Скринить надо. Чем лучше? Кстати, Войт, а ты только готовые видосы выкладываешь или в режиме стрима тоже? Не-не-не, в режиме реального времени ты стримишь или нет? Я ему предлагаю же новую рубрику вести на YouTube, где он обсуждает наши ошибки. Ой, берите его нервы. Ой, кончился. Что там ГМ, все собрались после рейда и обсуждали видосы эти. Кто там что неправильно сделал. Газ-лопата, ага, тот еще. А что за хуйня, что с магом? Что он так получает? Аж умер нахуй. Тогда надо Делин набрать в гильдию вам по-любому. Да. Для обсуждения. А что ой, не, мне хватает обсуждений в гильдии, не знаю как в Нурику. Ебать, тут на инха столько вещей опало, я сейчас походу хны соберу себе. Мне этот плащ нужен, он с меткостью. Эх. Там же на танка никто не ролил, ну жарник, если не ролил, то еще.
Сколько ханта? А там этот не упал, воятель? Нет. Блин. Эти плащи гадские. Ну, кстати, Вальку, что, вторым хилем будем? Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты. Вон там кукус хапалось, бегается тоже. Думали, мы забыли. Ты предлагаешь 4 хила оставить на рейде? Я тоже полечу, я ебал. Пушно на рейде. Вот да, пусть благодей он полетает за компанию. Нет потребности в 4 хилах на рейде. Если 3 не справляются, то это хуёвые хилы. В основном хилы. Да, ГП хилам как раз не летают. Ну когда разгром кастует, там пиздец, а? Это когда вы еще на Вальке вайпнулись? А у фактплеера есть пэт на отхил? Я не помню, как он назывался. Через лока можно хилить. Ну, значит, через лока. Я просто уточнила, вдруг у ханта есть, они, по-моему, чуть лучше. У ханта нет, значит, локи. Ну, да. Грибом сбивается вроде. Отойду на 2 секунды пока. Фуру грибнешь, как она начнет кастить. Давай попробуем. У нас час еще РТ. Эсбан сдал. Нахуя я и эсбан дал? Ну, я лично за себя по ХПС сомневаюсь. Ей похуй, похуй. Я на этом ДЦ хилю раза в 2 меньше, чем на основном. У меня тут 2-4 вместо 4, и там эльф бездны, я там 2 исповеди кидаю подряд. У меня 2-3-10. Че, побудь? Похвалили. А, они сразу ворвались, даже времени дали на
Ну там эта дура ебаная заплевала половину охотницы, и кто там гуляет? Маг не в ту сторону. Ну, понятно. Достойно жил. Прошу, зажгите мои останки. Хочу согреться. На профи наполню, если ну, надо. Да. Рожденная умирать. Конь гогочет. Чё там по времени-то с первых шмотов? Персонально уже стали, нахуй. Ага, Влада. А у ДК, оказывается, лучше работает и без болезней, если там болезни других ДК есть. Вы, может, копье заберете? Да не, нахуй, нормально с копьем. У меня быстрее рука, просто на Диком Западе первый. Найди, лучше найди себе девушку. Не в этом плане самое быстрое. Да-да. Лучше найди себе девушку. Бежим косячь. Что я наделал? Федерический финал! А зачем тебе сметки? Хуя себе! Но если мы на профу пойдем, я буду в чемке сидеть, в обойме. Пусть армик водит, потому что я не проебусь с колбу и все. А вот в обойме я профессионал, плююсь, как в жизни.
прогоняю тебя. Посмотри, КД сбросилась или нет. Посмотри. Если сбросилась, еще раз соберешь потом. Вообще нет. Ну давайте это убьем, и Рой и будет допрано, ну заново. Так он уже принял. А, ты принял КД? Зря ты это сделал, ты бы мог еще быть что-то. Так, Горилла, я из одного босса лутать. Ну типа завтра можно снова собрать, или через часика-два. Flame Bleed. Ну это какая? Это печенька метка? Правая, это где звездочка? Пойдем пиздить. Ну, вдохновенно. Ребят, время, деньги. Меня сейчас выкинут с работы, давайте резче. Ты че охуел, что ли? Ты нам скажи переработку, хуяришь нахуй. Пусть платят больше, ты там сколько времени проводишь нахуй. А я летать собрался. Мне за ранником последить. С удовольствием. Охуй, у тебя уже есть камера. Кира со стерильным. Снимайте резко, довольный воет. Без смс-регистрации. Ну видишь, эволюционируем по чуть-чуть. Еще в разные стороны полетели, ёпта. Летуны космические. Да нам надо людей собирать. Серый, блядь, давайте, удачи. Охуеть, вы что, вообще ждать не умеете? Или у вас там счетчик какой-то? Они что, сразу полетели? Да, и пусть они сами хилят эту вальку. Ты направо, второй налево, затем что налево полетел. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Но ты лучше бы на одного чисто метку бы закинул, а бы за ним бегает. С ним вообще. Дайте старт.
Ой, наверное, еще меточку надо будет на лоб из доспеха. Нозы. Третья пати. Ой, забери себе жирного. А? Там сова в центре почему-то. Ну так же удобнее. Кто, блядь, гений нахуй дал вот эту хуйню? Это правильно. Я его специально гриппаю, чтобы он не взорвался. Взорвались, но одновременно, потому что это делаем. Видишь, не взорвался же. Я подаю. Они друг друга на пуле учили. У нас Пол Лайт уходит ему на работу. Но он предупреждал. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Сука. Че за боишься? Вилот, ну вот тебе там, по идее, должно быть норм. Вполне себе. Да не параша, это. Жалко. Ну что, у нас пуги есть же, да, в сервере получается? Не, я имею в виду, что шмот. Гильдейские, если кому надо, рольте. У нас РДДшные только пуги. А что там по анролу хочешь сделать? Я не знаю. Объект. Я бы хотел ботинки. Объект. Ты сапог или объект? Ну, там еще сапог давай. Я бы хотел. Котику. Значит, сапог. Пихуй давай. Энхан, полагаю. Я пока не собираю, просто думаю, если никому не надо, буду брать цветку. Ну, на транс классная штука. Я бы даже на транс взял, если тебе не нужно. А на транс мог можно, то, можно тоже паролить? Красивая штука. Он, Женя, твой шанс, давай. Добери это топовое на левую руку, ставишь. Он тем более энку регенит. Да фигня это. Да похуй. Лучше, чем твой 232. Только из-за урона. Угу.
Че, прям можно паролить, да? Блять, с мага ходишь, такой хуйни не падает. Не, падало же тогда. Не, позапрошлое, когда я упал. А, да, как все падало. Нашим по приору лучше, если несколько. Не, я по приору не буду брать. Давай мне. Надо не транситься. На трансмут? На трансмут, во, идеально. Три нахуй. Да. А что, на пропа не пойдем? Ну, у нас человек уже ливнул. Женя, у тебя на магии иконика, да? Да. А чё у тебя не кидали на майне? 25-ка иконе. Сука. И ВК 10 не кидали. Я бы на фаер майне хотел попробовать. Чисто фаер, который вниз. Ебанулся? Он же у меня по хосту. А чё там курливно? А, там уже ранее курили. А он спросил, все, не все, ушел. Ну а роли с ним едешь же на роли? Давайте объект, сука. Один, да. Там разве не топ-3 по ДПС? Ну, сам смотрится, мне похуй. Так-то топ-3 ролится. А у вас, ну, замера не было. Мы вообще не договаривались. На сурке? Вообще, я не помню, что договаривались тоже. Ну, это надо в начале рейда инфу тогда дать. Да, это моя жертва. Сейчас гляну. Па-па-пам. А по приору из кастеров у нас он выше, чем Марк Мэднес. О, тогда я ролю. Ах. Да, Маша, молодец. Ты ж на кота ролишь. Да не, я же знаю. Мне уже решили кому отдать. Ой, если никто не берет. Докинул я тебя. Это у меня сотовый. Чё? Флейм, это кто? Бля, ну это на ретрика топ тогда. Не, ну
А дай ретрику, если надо прям. Мне-то похуй. Мне просто хуже. На мейн-то ему, наверное. Мне танк нужен плащ, меткости не хватает. Никому не надо тоже. Ретрику надо. И на ретрике тоже вот это вот топ. Шметка. Топ была та, которую Рамикс рулил, а не вот это нахуй. Тапки на кастер это Монрол получается? Не-не-не. Вот это вот перчатка. Или на кота можно так. На кастера, кастера, пуги. Кастеры пуги сложные собрать. Ну я паролил просто. Я хочу, потому что котику нашему сапожки. Кирус, давай. Хорош. Вот это ралы. Это сильнейший кот на диком западе. Так это где? Брат, Кирус. Он же слепой. Он слепой кот. У него минус 100, забей. Кролу нахуй. Куда он проиграл? Туда тоже можно. Можно идти, короче. Вот он. Я не знаю. Как... Наверное, между гамами так же, там уже внутри. Не-не-не. Заебись. Ну, Рико, он мне уже... Он мне отдал, да. Нашим тапки не нужны. Ну, типа, кто здесь из РДД наших? Подожди. У нас вообще наши РДД нет. Вот только нет. А Лайт Полюс претендует, и у меня получается 2 мага? Ну типа из наших некому тапки давать, у нас же нет РДД. Вы сами между собой ролите. Да, эти тканевику давайте просто, и все, и улучшайте кому-то другому. Но нашим некому просто. У нас нет РДД. Ну хули нам из жадности нечего делать. На профа не пойдем, я да? Между своими, так. Да на замене кто-нибудь нет. В дискорде есть? Мне надо вам ЕП накинуть. Опа, да. ЕП будет? Нихуя себе. Ну, кто не был в прошлом рейде? На первом. Не лутал ЕП. Я в прошлом рейде лутал ЕП только на Синдре и на Личе. Так что здесь. Ну, хорошо, тогда за этих можешь лутануть. Тут 8 из 12. Так, сейчас. Че, вы профа убили? Да что-то не стали. Так я найду. Мы его пощадили. Так, гильдейские, давайте тканевикам тогда реально. Так, а мы на профа пойдем? Ты не видишь, что в ретрейсе более дряви и дряви становится? Типа ничего не смущает уже. Похуй, в 10 тел. Ванзен хорош, сапоги. Что, сегодня все? Никуда не берем. Так, Ван Сент, это имя имен. Все, ему го покинули. Кинь обмен. На Минаре. Прыгает.